Всем приветики, вы на канале OLBS, и это мое очередное видео. Извините, вот за место фона вот это. Сегодня это лично для одной девочки, Алина Шарипова. В данный момент она не очень снимает, но это можно гораздо... Тем более тому, что у нее есть камера с фокусировкой. И если ее научить, то объяснить все, то она будет снимать даже лучше любого блогера, у которого 100 подписчиков. И у нее проблемка там с ПЭТ. И я решила помочь и у тех, у кого... Да. И вот задает вопрос, как его починить. А починить можно. Искать будет несколько способов на его починку. Ну, самый гениальный, самый такой, нам для него понадобится. Вот, берем палочку от... от уха чистки. Нужный размер и приклеиваем сюда. Клеем без разницы чем, можно и пластилином, если нету клея, но лучше клеем. Так нагинаем вот так, и потом можно считать готово, если что слишком длинно, надо формулировать. И вот. В принципе, вот так все выглядит. Уже голова не складывает, и она может одно... Если правильно все сделать, чтобы больше было, то она будет уже еще лучше. Вот. Вот. А еще немножко свет. Ты сейчас все снимаешь правильно, но смотри, как ты снимаешь. Всем приветики, вы на канале моем, и это мое очередное видео. То есть у тебя виден край стола, и это очень не очень. Не надо снимать на краю стола. Не надо, допустим, сюда поставить пол. Сюда фон. И готово, допустим, это фон и пол. И вот так говоришь, Пэппи, да, что тебе надо. Если что, ставишь на пол. И перемещаешься. Да. Всем пока, надеюсь, вам понравилось это видео, и вы подпишитесь на канал. Не-не-не, это еще не все. Все это надо ставить на подставку. Вот этот телефон ставим на подставку. И нажимаем «Если случай», но он не заряжается, там что-нибудь снимаешь. А вот эту штуку красную не было видно, вот эту. Но это все, чтобы камера не шаталась. Ну, на этом всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все. Пока! Пошу.